творческая студия позитивного мышления и актерского мастерства Татьяны Салмановны Мактум Сайфуддин представляет новогодние мистерии по мотивам книги Роберта Стоуна «Небесная 911». И с вами я, специалист в области позитивной психологии, Татьяна Салмановна Мактум Сайфуддин. Дорогие друзья, продолжим наши новогодние мистерии. Читаю книгу, можно сказать, по мотивам книги Роберта Стоуна «Небесная 911». А вы хотите иметь ключи от волшебного города? Хотите владеть собственным ключом от Вселенского банка? В последующих главах вы получите план действий, который поможет вам воспользоваться этим ключом, чтобы войти в банк, подойти к кассиру и получить по своему чеку столько денег, сколько вам требуется. Хотите получить пропуск на курорт вечной молодости и вечной жизни, позволяющий вам оставаться здоровыми, молодыми и энергичными? Неужели это возможно? Там можно купаться в бассейне, сидеть в сауне, питаться в различных ресторанах и без усилий заниматься аэробикой. На курорте вам отводится специальное место, в котором вы можете исцелять себя и других людей. Входить всякий раз, когда у вас возникают проблемы, иметь возможность войти во Вселенский храм мудрости, сесть в одну из его комнат для медитации и вступить в контакт с мировым разумом в поисках ответов, идей и решений. Здесь ваш источник творчества, вдохновения и фантазии. Допустим, вы ответили «да, хочу». Но что же для этого необходимо? Выдать вам такой ключ значит рисковать собственным ключом. Причина в том, что необходимо проводить тщательный отбор среди желающих. Некоторые люди часто способны за час и даже меньше того пробежать глазами книгу, интуитивно ухватить ее суть и смысл. Однако человек, еще не ставший метафизиком, никогда не станет метафизиком, если ограничится только перелистыванием страниц или даже внимательным чтением. Чтобы стать метафизиком, то есть удостоиться права получить ключ к волшебному городу и всему его волшебству, вы должны познать на личном опыте,
что такое релаксация тела, умственная релаксация, представление мысленных образов, визуализация двери в незримый мир. Управляемое воображение, использование аффирмаций, визуализация яркого белого света, расширение горизонтов сознания и чувство любви ко Вселенной. Это сказка для взрослых по мотивам книги Роберта Стоуна «Небесная 911». И с вами я, волшебная, сказочная, добрая фея Татьяна Салмановна Мактум Сайфудин. Один момент, дорогие друзья. Остановка во Вселенском храме мудрости. Это здание с высоким шпилем и небольшими зубцами. Вашей душе всегда полезно остановиться перед входом в это здание и поблагодарить Создателя за все, что Он вам дал. При входе обратите внимание, как все радужно переливается и какая царит торжественная тишина. Одна половина этого безграничного пространства справа от вас полностью отдана под лабораторию. Оснащенную научным оборудованием, которое когда-либо было, есть или будет. Владея ключом, вы можете им пользоваться, чтобы удовлетворить свои познавательные потребности. В волшебном городе есть и другие впечатляющие здания.
Она отправилась в волшебный город, прошла через сад и прямиком во Вселенский храм мудрости. На двери одной из комнат висела табличка «Телефон». И куда же можно позвонить по этому телефону? А это интрига. Смотрите в следующей серии.